всех приветствую! Вы на канале Все Китай, с вами Димон. И у нас вот такая вот карабулечка с сайта Banggood, стоит 70 баксов, оценили в 22 доллара. 475 грамм, доехала за 20 дней, все отслеживалось, почта Нидерландов, все круто. Итак, у нас здесь должен быть планшет T-класс P83G. Ну, я назову это смартфоном для брутального, блин, Халка, потому что он 8-дюймовый, у нас есть 3G, и можно звонить, это реально круто. Итак, давайте посмотрим, что же у нас за зверюка здесь такая. Заказывал я своему отцу, да, ему нужен был просто обычный дешманский планшет, по которому можно смотреть фильмы и немножко там лазить в интернете. Все, больше ничего не надо. Итак, давайте вот так вот, все. Вуаля, все хорошо. Упаковка от Banggood, как всегда, на высоте. Меня всегда Banggood радует. Все так, уплотнителя куча. Итак, где же, что это? Что это такое? Блин, а что это такое? Это у нас зарядник. Блин, так запаковались, смешно, если честно. Это блочок, засиньте упаковку. Как будто, не знаю, что это такое. Все на китайском, прикольно. Интересно, вот он, моща. Вот такая вот большущий, блин. Так, карабулька, вот здесь. Итак, что у нас здесь? Вот такая вот, ну, все на китайском, нифига не понятно. Он тяжелый, он реально тяжелый. Так, что я вижу, блин. 5 вольт, 2 ампера, это хорошо, реально хорошо, но... А где вообще надписи, что это T-класс? Только на коробке, ну ладно, пускай будет. Дальше смотрим. Снеженция у нас вот такая вот идет. Здесь у нас гарантийка, талон и инструкция. Да, даже инструкция есть. Какая-то она странная инструкция, но есть. На китайском и, скорее всего, на английском должна где-то быть. Ну, в общем, где-то точно есть. Но большая, реально очень большая инструкция. Также в сторонку. Дальше у нас есть вот такой вот стандартный переходник. Есть. USB. Обычный, самый обычный. Есть. И где же ты, планшетик? Вот он. Засунули в карабульку, и больше нет ничего. Убираем все в сторонку и смотрим. Такой тяжеленький, тяжеленький. Так, блин, этот пенопласт, не люблю его вообще. Ну, прикольненько, прикольненько. Давайте пленочки уберем это все. У-хо-хо-хо. Да, Intel Inside у нас. Так, P83G, сделано в Китае, T-класс, T-пад. Неплохо. Так, здесь у нас microSD и сим-карта вставляется. Да, есть разговорный динамик. Это круто. Вот реально. Блин, ну это капец. Реально смартфон для Халка. Так, ну что. У нас здесь микро-USB. У нас здесь 3,5 дюйма. Так, для наушников. Микрофончик. Хорошо, динамик у нас. Ну все, в принципе, нормально. Ладно, давайте запустим. Пластиковый корпус белый. Итак, запустится или нет? Ну... Я надеюсь, ты не разряжен, парниша. Да ладно. Давайте еще раз подождем, потому что это капец. Нет, нифига, друзья, он разряжен. Просто-напросто он съевший. Ну ладно. Давайте сейчас его немножко подзаряжу и продолжим. Итак, подзарядил я немножко наш планшетик, наш смартфон для Халка. Итак, что вообще интересно в данном смартфоне, планшете, ну, в общем, все вместе, 8-дюймовом. У нас 8-дюймовый экранчик, разрешение дисплея 1280 на 800. Да, не супер айс, но более-менее. Но что самое офигеть галимое, это то, что здесь офигенно большая прослойка, реально. Расстояние между тачем и дисплеем огромное. Реально, если сюда засунуть там таракашку, да, он реально будет там спокойно ходить без проблем. Реально большое расстояние, поэтому это очень даже некрасиво. Ну, как-то вот так. Батарея на 3500 мАч у нас здесь стоит. Также вес у нас 312 грамм. Полностью дешманский пластик, структурированная задняя крышка. Написано, что у нас здесь висит HDMI, то есть поддержка 3G и 2G. И можно звонить. Да, это реально большая-большая трубенция. Ну, реально, с такой ходить, это просто капец. Это, я не знаю. Ну, в принципе, я видел пару человек, которые ходили с планшетами и вот так вот разговаривали. Это, конечно, очень странно. Но в меру того, что сейчас смартфоны реально растут, то есть диагональ экрана у нас 5, 6, 6,5. То есть 8-дюймовый такой смартфон, это уже, наверное, скоро будет не удивление. Ну, как-то вот так. Давайте посмотрим, что вообще. Здесь у нас Android 5.1. Это один из самых дешевых планшетов, на котором стоит Android 5.1. Вот не знаю, планшеты уже начинают уходить из рынка, поэтому как-то реально очень мало планшета. Так, что мы видим? Все на английском.
Есть парочку китайской фигни. Давайте зайдем в настройки и грузится. Так, процессор у нас здесь стоит интеловский X3 какой-то там, не знаю. Проверим вообще его мощность. 1 гиг оперативной памяти у нас здесь и 8 встроенной. Также поддержка microSD до 64 гигабайт. В принципе, нормально. За свою стоимость очень даже ничего. Где наш русский? Итак, ищем. Вуаля, есть. Так, сейчас посмотрим, что у нас здесь вообще с переводом. Так, ага, думает. Нормально. Так, загрузился. Вот китайская фигня. Не знаю, нужно будет все удалить. Это максимальная яркость, кстати, друзья, да, это максималка, то есть яркость небольшая. Давайте минималку посмотрим. Итак, ну, довольно-таки, в принципе, неплохо, хорошо, ладно, давайте поставим более-менее вот так вот на максимум, будет нормально. Давайте проверим наш динамик основной, как он вообще работает здесь или нет, какая громкость, где наш звук. Так, ну, вообще, блин, дисплей, конечно, не очень. Офигеть, впервые слышу такую песню, стандартный рингтончик. Ну это, конечно, просто офигеть, да, вынос мозга. Но громкость, в принципе, для планшета за свою стоимость, ну, я думаю, будет хватать. Так, фильмы посмотреть, немножко там в Ютубе полазить. Давайте посмотрим информацию о планшете. Модель P80 3G, Android у нас 5.1.1. Также где-то должно быть обновление. Давайте посмотрим, есть. И... ух, капец, как долго открывается. Да, что-то есть на английском. Нужно будет, конечно, все это посмотреть. В полноценном обзоре я все, друзья, расскажу. Ну и, наверное, давайте посмотрим просто ужасную камеру. Это, понятное дело, 2 мегапикселя основная и 0.3 фронталка. И это просто жесть. Да, друзья, это жесть. Лучше это никому не показывать. Ой-ой-ой. Автофокуса, понятное дело, нет. Ну, это понятно. Здесь полное... без комментариев, друзья, без комментариев. То есть, так, засунули камеру. Пускай будет, если есть. Может, кому-нибудь она пригодится. Итак, вот такой вот у нас планшетик к нам приехал. Дешманский, на андроиде 5.1, с поддержкой 3G, можно разговаривать. То есть, большая трубенция для Халка. Ссылка будет в описании. Если вам понравилось данное видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Все Китай, всем спасибо, всем пока. Хорошего вам лета, пока-пока.